семье, которая обладает аномальными свойствами. Массовое убийство. Смерть. И после этого здесь уже начали пропадать люди. Потрогай его. Ты вон, видишь, там шесть человек задушили. Вон, ноги. Много трупов найдем. Это, блин, ребенка здесь? Алло, Вера, и прямо сейчас за нашей спиной находится SCP, детский пионерский лагерь, в котором пропадают люди. Ребят, они не только пропадают, тут находили пропавших детей, вожатых, и все они были как будто задушены или что-то типа того. И прямо сейчас мы собираемся запустить дрон, потому что мы собираемся туда пойти, и дрон для того, чтобы понять, есть ли там какая-либо опасность, которая нам угрожает, или нет. Ребят, непонятно даже, кто этих людей всех мочил, типа это, ну, человеческие силы или какие-то потусторонние. Мы реально как бы переживаем, поэтому вот у нас дрон, и вообще вот наш друг Виталий, он нас позвал в это место, потому что ну вот какая-то информация есть, сейчас позже. Давайте мы, да, расскажем об этом потом, потому что прямо сейчас так, нам нужно запускать дрон, и здесь на самом деле находится бесполетная зона. Что произойдет с нашим дроном, пока мы будем его запускать, никто не знает. Дрон уже находится в пути. Ребят, смотрите, я прям вот, ну, вывожу вам все на экран, чтобы вы увидели. Вот здесь уже какие-то первые строения. Вот это вот не похоже, да, на заброшенное? Так, сейчас, Саш, я иду. Так, Виталий, а можешь рассказать вообще, ну, что это за SCP вообще, детский пионерский лагерь? Почему ты считаешь, что именно этот лагерь SCP? Ну, короче, у меня был друг, его звали Леха. И Леха где-то неделю назад пропал. И последний раз он мне рассказывал, что он хотел поехать сюда. И что с ним случилось? Так а он тоже исследует какую-то вот эту паранормальщину, типа, или нет, что? Он просто узнал про то, что детский заброшенный лагерь, и все, и решил туда съездить, просто посмотреть. Так а вот это вот заброшенное уже все, типа, или что это происходит здесь? Видите, там какой-то забор, типа, да? Да, там реально там слушайте, забор, какая детская как-то площадка. Да, типа там реально там детская площадка вон справа. А вот тоже видите строение там, типа, а вон какая-то там тачка сгоревшая, вон, типа, видите? Там реально, да, все выглядит очень заброшенным, ребят. И что еще известно вообще, почему вот, ну, типа, здесь люди пропадают или что-то? Ладно, в общем, история такая. Мы с Виталием связались, он рассказал эту историю про Леху, и я покопалась в интернете про SCP-объекты, может быть, есть такие SCP-объекты, которые вот где пропадают люди. Но не бывает таких совпадений, что здесь вот просто лагерь, там взяли человека, там, я не знаю, просто он исчез. Ну, а Леха реально не знал. Леха реально не знал, что здесь пропадают люди, он просто пошел посмотреть. И получилось так, то, что все по описанию совпадает именно с SCP-лагерем, где пропадают люди, и в этот лагерь пошел Леха. Ну, как бы выглядит как заброшка, да? Вообще. То есть, вон там, видите, крыша разобрана. Не, ну в смысле... Ну, это, короче, какая-то там, не знаю, тюрьма, типа. Так, давайте смотреть, есть ли здесь какие-либо сотрудники SCP, может быть, есть какие-то странные существа, которые вон, здесь могут огороды, перемещаться. Какие-то огороды, а там, вон, не знаю, типа, что там может быть. Короче, Вера, расскажи еще тему, что там, ну, если вы слышите какие-то странные звуки, надо к деревьям там приковываться. Да, нужно, что-то. В общем, в этом лагере, в SCP-лагере, в описании, по крайней мере, написано, что здесь можно слышать какие-то странные звуки, какую-то музыку, оно, типа пианино. Это оно? Капец, да. Походу, это оно. Да, это оно. Ребят, это просто жесть. Вы видите, там 4 строения, типа, ну там, походу, стекла выбиты вообще. И то есть тут вот тоже полуразвалившиеся какие-то избы. И там вот видно, что прям травой заросло все. Там все дорожки, прям они не приспособлены для жизни. То есть, блин, офигеть. А там, Вер, помнишь, что-то написано? Там было столовая, там было что-то, ну, там, детские... Место, где проживают дети. Это вот такие специальные здания с кроватями. Там совсем должна быть столовая, трехэтажная, по-моему. И должны быть там детские площадки. В общем, все как обычно в детских лагерях. Ничего сверхъестественного. Но в этом лагере можно услышать какую-то музыку, которая там, типа, пианино или вот что-то такое играет. И когда начинает играть музыка, нужно либо привязать к себя к дереву, так, либо вернуться нам на точку понять, сбора. Как нам дойти вот до этих строений-то вообще? То есть это вот в какую сторону? Туда куда-то надо идти? Да, точно туда. Еще проблема в том, что здесь очень густой лес, и в принципе не видно, что находится под деревьями. Какая нас там может поджидать опасность, никто не знает. Ребята, вон мы, короче. Да, еще, все. Ребят, на самом деле проблема в том, что никто не знает, как бы, почему вот эти люди все умирают и пропадают. То есть, ну, типа, мы не понимаем реально, с чем нам сейчас придется столкнуться. Так что обязательно прямо сейчас подписывайте, да, на канал, подписывайтесь, и, ну, мало ли что произойдет вообще. И ставьте лайк этому видео. Да, ребята, обязательно прямо сейчас подписываемся на канал.
Я не знаю, сколько времени мы здесь проведем, выберемся мы отсюда живыми или нет, но я надеюсь, что мы сможем выложить видео, и, возможно, не одно видео выйдет из этого лагеря. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал и на канал Алекса Мара. Вера, а ты, короче, в этом лагере еще вожатые ножами резали, типа, всех или нет? Здесь находили и удушенных людей, и... Короче, все, дрон спустили. Я предлагаю, что, брать с собой какие-нибудь... У нас есть ножи вообще с собой? Ну, как-то надо защищаться просто. Саш, я думаю, что если ты выйдешь с ножом на кого-то, то ты можешь просто разозлить человека. Да, если ты выйдешь кого-то без ножа, то тебе придется бежать, Вер, ты понимаешь, как бы... Хорошо, значит, бежим. Так, ребят, я еще предлагаю. У нас есть такая уже, возможно, традиция. Перед тем, как мы куда-то идем, взять и достать одну карту Таро, которая нам подскажет, что будет находиться, что будет нас ждать в этом лагере. Вот да. Мы сейчас и посмотрим. Слушайте, Таро — это вообще супер тема, потому что реально сколько раз мы не проверяли, оно, ну, типа, хорошо работает. Вот. Так, развязываем веревочки. Так, давай, тебе нужно единственное, чтобы Таро сработало. Вот, видите, ребят, вот нужно задать вопрос, ну, типа, должен конкретный запрос быть, просто вот именно максимально четкий, что мы хотим, ну, как бы, услышать от карты. Они нам скажут вот всю правду. И, да, должно быть какое-либо намерение, которое либо прокручивается в голове постоянно, либо вслух задается вопрос, что нас ждет в этом лагере. И карта должна ответить. Так, давайте у нас Виталий достанет карту Таро. Ее надо перемешать, эту всю колоду. Я забрала так, книжечку. В этой книжке написаны именно расшифровка того, что происходит на карте, что там описано. И прямо сейчас мы узнаем, что нас ждет в этом лагере. Задавай тоже этот вопрос вслух, чтобы это было и твое намерение в том числе. Че, давайте посмотрим, жив ли Леха, что ли, и сможем мы его найти. В целом нормально, да. То есть, да, они, еще намерение может быть, что останемся ли мы живы вообще. Ну просто. Да, да, что произойдет? Давай, Саша, тащи как. Так, ну давай просто вот так вот и берем верхнюю. Давай. Какую-нибудь. Вот эту. Так, и надо сейчас главное, ребят, вот типа понять, если я ее открою, то очень важно, она будет перевернутая или, ну, правильно лежащая, как это сказать вообще? Ну да, в общем, перевернутая. Так, или... вот, она перевернутая, ребят, перевернутая. Видите? Перевернутая. Подожди, короче, подожди. Здесь какие-то женщины, они с какими-то бокалами, походу, да? Купа учлюсь. Учлюси. Да. Короче, давайте подумаем просто, что она может означать. По-моему, ну, типа, они там празднуют победу, в общем, ну, и что-то все нормально у них, типа. И вазы здесь три, и еще два человека. Да, и нас трое, то есть мы не найдем Леху, но мы будем праздновать, что, типа, мы его не нашли, типа. Слушай, или я не странно, знаю, давай, да? Посмотрим обозначение. Ладно, очень странно, давайте, короче, разгадывать, в общем, значение. Купа учлюси. Как сложно, ребят, видите, эта штука, она просто, ну, турецкие карты Таро, я так понимаю. Да, но здесь вот есть... Вот хорошо, что у нас не три пентакля, типа, ну, потому что я думаю, это точно нам смерть вообще просто и была. И вот здесь, кстати, сверху написано для прямой карты обозначение, о, а снизу купа. Перевернутый. Купа, а, купа это... Вот, я нашел. Три кубка, типа. Апрайт, а реверс. У нас реверс была вверх ногами. Короче, вам необходимо готовиться к тому, что конец не ведет к счастью. Так, это вот самое первое, что ребята, как бы обозначение не очень классное. Все, даже отношения, которые вы думаете идут хорошо, они будут... ну, как бы, прерваны, потому что, ну, там, из-за какого-то настроения, там, другого человека. И некоторые проблемы ожидают вас, и они, вы можете, в общем, быть зависимы от капец, ваших привычек, блин. Таких как больно, с питания и так далее. Это мы запикаем. Все, ребят, там не очень хорошие слова, в общем, ничего. И могут быть проблемы со здоровьем, в общем, вот. И, ну, поскольку все, типа, там, хреново, в общем, эта карта приглашает вас, ну, быть внимательным и думать о том, ну, прежде чем вы что-то делаете, в общем. И... Короче, ребят, на самом деле, я вам, знаете, что скажу? Вот что я думаю про вот эти вот три слова, которые мы запикаем, да, это, типа, запрещенные всякие там штуки. А, в принципе, этот лагерь заброшенный. И там что делают? Там обычно, я не знаю, могут быть кто угодно, могут быть там, я не знаю, бомжи, алкоголики.
всякие там. Три слова вот эти делают. Да, здесь делают все, что угодно. Поэтому нужно руководствоваться здравым смыслом и смотреть под ноги все, что может как бы вредить здоровью. Там могут быть змеи, может быть все, что угодно. Поэтому я думаю, что надо. Ребят, просто реально, вот судя по Таро, это будет жесть. Так что давайте прямо сейчас поддержите нас, ставьте лайк, когда мы видим, как много лайков под видосом. Это реально, ну вот вы просто не представляете, как это помогает вообще. И мы пойдем во все жесткие места. Вот, ну, спасибо вот за лайки ваши. Типа. Ребята, это нас правда очень мотивирует. Давайте уже погнали, убираем карты. И, ну, или, может быть, мы их с собой возьмем. С собой? А зачем? Ну, типа, может быть, мы там тоже захотим что-то спросить. Я еще, кстати, взяла с собой, на всякий случай, маятник. Ну, ребят, короче, реально, учитывая, что непонятна природа этого места, тут, типа, ну, это паранормальное что-то, или это какие-то люди тут, там, не знаю, бомжи с ножами, типа, ну, нужно быть готовыми ко всему. Так, забираем телефон и погнали. Ну, здесь на входе в этот пионерский лагерь вот такая огромная, я даже не знаю, как это, табличка. Как это назвать? Ну, типа, блин, вывеска на вход. А вот ты так еще спокойно разговариваешь, тебя вот типа не парит то, что здесь люди пропадали. Здесь пока что еще не так страшно. Но я так понимаю, что нам надо пройти туда еще дофигища километров. Или, ну да, наверное, несколько километров точно, пока мы дойдем до этого лагеря. И там уже. Начнется самое страшное. Потому что здесь вот еще на входе какой-то жилой дом есть. Ну, я так понимаю, если там тарелка, которая телевизионная, то в целом... Офигеть, ты посмотри, что здесь. Да. Ребят, просто это какая-то бомж-туса вообще. Это как раз то, о чем говорила карта, что здесь вот, да, мусор. Вот и это порог все. Сплошной. И везде. Сплошной порог, да, это все правда. Смотрите, здесь вперед ведет лестница, она вся заросшая. То есть лагерь, я так понимаю, заброшен давно. И учитывая, что в описании SCP-объекта было сказано, что в 70-х годах здесь произошла какая-то глобальная трагедия, здесь было убито много людей. Шесть человек задушили. Массовое убийство. И после этого здесь уже начали пропадать люди. Что здесь происходит, непонятно. Кто их задушил, тоже не нашли этого человека. Слушайте, давайте, может, план как бы разработаем. Ну вот реально вы, типа... Там ножей мы не будем брать, это разозлит, типа, нападающих. А ты что, если... Ты умеешь бегать. Ну, типа, вот, что, у нас бегать. План просто бежать, типа, если что. Или, ну, да, там сказано, главное, что нужно... слушайте музыку, потому что если музыка заиграет, нам надо будет... Надо будет бежать. У нас нет веревки. Так, вы зацените смотрите, вообще, что ребят. Здесь. Офигеть, вы посмотрите, здесь лежит... Вы видите это? В смысле я это? В шоке, это какой-то, ну, типа, игрушка, которая здесь лежит уже годами, или что, она вся в мху. Вер, ты подойди сюда, потрогай его, ну типа ногой там как-нибудь. Типа. Честно, я не очень хочу его трогать. Мягкий? Да, это плюшевый огромный медведь, который зарос мхом. Офигеть, я читал тоже, есть SCP там медведь, который оживает, там какой-то медведь-убийца плюшевый. Так, Саш, давай лучше отойдем. Нет, серьезно, я не шучу, как бы такое есть вообще. Так, и смотрите, здесь еще какие-то деревянные строения, это, видимо, давайте зайдем внутрь, посмотрим, что это такое. Там есть вход, Виталий? Понятно, здесь какой-то домик. Блин, ребят, это очень жестко. А вы видите, это походу как амфитеатр какой-то. Вот тут типа сиденье, и, короче, можно вот вокруг там. А это избушка на курьих ножках, походу, нет? Сейчас я посмотрю вот здесь что. Не теряйте меня из виду, пожалуйста. Давайте. Да, слушайте, не надо разделяться. Давайте все вместе ходить, потому что, ну, как бы люди же пропадают. Ну, как раз вот кто-то отделился, и все, и пипец. Да, там так стрёмно. В смысле, а что там? Ну, вот там есть вход. Вот, мы сейчас подошли вплотную к этой избушке. Здесь можно через окно посмотреть. Кажется, там никого нет. Че, пойдем посмотрим? Ну, гоу. Пойдемте, смотри. Пойдемте, да. Блин, это реально очень жутко. Видимо, здесь редко кто-то ходит. Тут все заросшее. Вер, ты уверена, что внутрь пойдешь? На самом деле, ну иди сюда. Давай вот тут на входе посмотрим просто. Фу, забосрано все или нет? Не знаю, свет у нас есть? Свет я не взял с собой, блин. Короче, я не хочу туда идти, Вер. Там прям вообще, ну, типа, максимально все в какашках, по-моему. Ты чего, Вер? Ты как пугаешь? Ты чего? Не знаю, там шевелился кто-то. Слушай, а вон, это тоже заброшка? Вон, видишь, там, вон, ребят, вон в окне. Да, там уже начинают заброшки. Пойдемте обойдем, с той стороны посмотрим. Слушай, мне еще интересно. Что вот там, вот к избушке вы не хотите сходить посмотреть? Ну, пошли посмотрим. Ну, там реально там какая-то изба стоит или на курьих ножках.
это что такое? Давай пойдем. Слушайте, блин, мы и так будем блуждать сейчас дофига. Давайте, Вера, у тебя же маятник с собой. А вдруг вот там вот Леха где-нибудь, вот он лежит, и да, ты как бы не в курсе. Я предлагаю по максимуму обойти территорию, тем более, что мы близко к выходу. Это я понимаю, если мы там уже будем далеко. Просто ты видишь, там весь пол, он разрушенный, ты типа сейчас... Вот именно, и там он тоже может быть. Какие-то голоса. Да, слушайте, да-да-да, вы слышите детские голоса? И подождите, а там было в описании SCP, что типа там ну, слышны какие-то детские голоса или нет? Там могут быть разные странные звуки и музыка. Ну, про детские голоса ничего. Блин, ну здесь же провалиться можно вообще. Ну вообще, вот смотрите, эти доски, они супер ненадежные какие-то. Смотрите, я предлагаю просто вот по большим перекрытиям вот так идти. Меньше будет вероятность, что они провалятся. Слушайте, насколько я понимаю, вот эта избушка, она ну типа просто избушка, короче, нет? Слушайте, ну это нет? Похоже на какую-то детскую горку. Короче, я предлагаю идти дальше. Это не похоже, что здесь кто-то есть. Дальше. А слушай, Виталий, а как он был одет вообще? Там какие-то приметы, просто чтобы мы понимали, кого мы ищем. Ну, у него была такая красная мастерка адидасовская. Ну, последний раз, когда я с ним общался, он любит ее носить. И штаны обычные, все. Ну, а типа он там какой рост, там какой цвет там волос, глаз, там типа. Темные волосы где-то, ну, рост примерно как у меня, как у тебя. Плюс-минус. Так, ладно, окей. Ну, я думаю, ладно, если мы найдем трупы, вряд ли мы много трупов найдем. Так, давай мы надеемся все-таки на лучшее. Я просто на всякий случай, как бы, то есть, типа, ну, что, просто мы сразу поймем, это он или нет, как бы, в любом случае. Вы слышите это? Да. Реально голоса? Нет, да, я слышу, и мне это, на самом деле, не очень нравится, потому что как раз там живут... Мне нравится слышать детские голоса в заброшенном лагере. Да, в заброшенном лагере. Не, ну медведь это просто жесть на самом деле. Мне вот до этого мне было весело, и я думаю, мы сейчас сходим, посмотрим, там, я не знаю, сидит Леха, там, не может быть... Так, стоп, надо сейчас понять, вот можно пойти вон туда, а можно пойти вон туда. Что мы делаем? Ну давай сюда, давай, если мы ищем человека, то надо потихоньку все обходить. О, смотрите. Смотрите, там знак, там типа знак. Нельзя, короче, тут нельзя пешеходом покажи, идти. Саша. Сейчас. Вон, ребят, там короче, знак. Туда типа, нельзя ходить. Пешеходам запрещен проход. Вы видите? Вон, типа, запрещено. Слушайте, такое чувство, что кто-то живет там, кто-то нет. Вон, смотрите, там какая-то детская хрень типа стоит. Какая-то коляска. Ладно, давайте вспомним по плану. Там на, было на по Таро написано, типа, не там это, что-то там, а думайте о своих потом, ну, решениях там или как-то. Да, просто давайте подумаем. Лагерь, он находился дальше. Вот те основные дома, которые принадлежат вот эти вот здания лагерю, они дальше, вот по той дороге. Да, поэтому ладно, я пошла туда. А чего он хотел здесь найти вообще? Нафига он сюда поехал? Он решил походить по заброшенным зданиям, ему лагерь понравился. Слушай, ну а ты не думаешь, что он типа не договаривает что-то? Он типа тоже может SCP там как-то занимается, увлекается? Знаешь, он как-то странно себя вел в последнее время на самом деле. Но он больше так, просто любитель чего-нибудь посмотреть. Ну в смысле, он дофига во всякие заброшки там типа лазил или да, это? Да, он любит такую тему. Я вам... Слушайте, вы зацените, зацените, вообще какая жесть. Он, это, ну, типа, я не знаю, он чувак, типа, он держит какой-то крест вообще, и тоже какие-то вот похожи на вот это... Ощущение, что это какие-то магические символы, я серьезно говорю. И вот там, дальше, я не знаю, как мы сейчас там будем проходить, там просто деревья на дороге находятся. Ребят, вот тоже, смотрите, какая-то дичь вообще полная. Типа, ну, какие-то, не знаю, возможно, это советское все, но просто выглядит это как будто... Возможно, это точно советское. Это вот 70-е годы, это еще Советский Союз. И короче... здесь существовал еще тогда. Слушайте, вон там тоже да, изба заброшена. Я в шоке, я не знаю, как мы дальше пойдем. Так вот. На самом деле, нам надо найти какую-нибудь палку. Потому что могут быть змеи. Да, слушай, змеи это меньшее зол, потому что змея, ну ладно, мы в больницу съездим. Ну как бы хреново, если сейчас какой-то псих с ножом выскочит, тогда мы в больницу уже не съездим. Давайте быть тихими, чтобы услышать максимально все звуки, которые могут говорить об опасности. Слушайте, а вы не думаете, что эти деревья повалены? Это не просто так все. Тут, там же, короче, было, ну, тоже в описании SCP, что там какие-то тут, ну, типа, аномальные там природные явления могут быть или что-то такое. Или мне, ну, опять, я как-то неправильно запомнил. SCP — это, в принципе, объект, который обладает аномальными свойствами. Так что здесь может быть все что угодно. Описание к этому лагерю, оно достаточно расплывчатое. Я видела тоже еще несколько
объектов, где просто все может быть опасно. Ты дотрагиваешься до дерева, у тебя там может быть ожог. Там на тебя капает дождь, и он превращается в кислоту. Там я все разъедаю. Видите, здесь много дорожек. Вон дорожка. И куда нам? Да, это я не понимаю. Слушайте, вот мне кажется, туда куда-то там вот главные корпуса Давайте, были. Может быть, мы достанем маятник и посмотрим, в какую сторону он нам покажет. Просто надо на распутье дорог встать и посмотреть. Вообще, маятник — это прикольная штука. И он обычно по каким-то вообще причинам показывает нужную сторону. Так, и как это только сделать? На руке? Типа в какую сторону? Я не знаю, Вер, ты же у нас эксперт по маятникам. Так, и что, ну расскажи вообще, как это работает? Просто ты его держишь, не шатаешь, он тебе показывает направление. Вот, мне кажется, показывает вон туда. Так, окей, ну пойдемте, что тогда? Ты все, ну как бы это зафиксировала? Ну да, получается, он указывает конкретно в одну сторону. Просто надо его держать супер ровно. Видишь, он все время начинает качаться в одну сторону, как бы она ни стала. В одну сторону показывает. Но я думаю, нам явно не вон туда. Ну да, мы оттуда пришли, все правильно. Так, окей, ну все, пойдемте туда. Смерть. Ты посмотри, что это. Охренеть, Саша. Смерть. Здесь какая-то стела стоит. Здесь написано «Смерть, ребят». 50 лет. Слушайте, блин, может, это ну как бы знак, что нам не надо типа туда идти. Ну реально, да, смерть. Мы зачем сюда приехали? О, смотрите, там проход, как будто бы там, ну вот туда нам надо, нет? Смотри, вон там плиточка, я просто плиточка помню, это где главные корпуса были. Ладно, давайте пойдем туда, хорошо, я как бы согласна, потому что здесь я не знаю, как мы пойдем, хотя маятник показывает туда. Возможно, это общее направление в ту сторону. Давай просто подойдем к корпусам и там маятник заюзаем еще, может он как-то, ну типа сбился немного. Хорошо, Видаль, пойдем, не отставай. Так, вон какие-то уже, я вижу, кирпичные строения заброшены. Обратите внимание, вокруг просто непроходимый лес. Здесь его никто не убирает, никак за ним не ухаживает. Все заросшее, тропинка. Вот единственное, что здесь как бы асфальтированная она, поэтому она не заросла. Но сбоку уже все заросшее. Явно это место, оно никому не принадлежит, скорее всего. Старый заброшенный лагерь. Вот уже какая-то типа летняя веранда или что. Смотрите, там стекла все поперебиты. Смотрите, здесь корпуса. Давайте посмотрим, что это. Так, тихо, вы слышите? Подождите, мне кажется, или это реально музон сейчас какой-то? Это музыка. Откуда? Оттуда так, прям. Ребят, все, подождите. Нам точно не стоит туда идти. Да блин, да в смысле, реально? Нет, этот... Сейчас мы вот сюда только зашли. И блин, и дождь идет сразу. Играла музыка, пошел дождь. Капец, смотри, у меня аж мурашки по коже. Блин, я не знаю, но там как бы надо идти в корпусах искать, что там еще остается делать. Короче, ребята, сейчас начинается дождь. Давайте мы пойдем просто в корпус, встанем под крышу. Там кто-то есть. Где? Вот, смотри, сейчас. Да где? Блин, там реально кто-то есть. Вера, иди сюда быстрее. Там реально, вы видели, в кустах там объект какой-то. Давайте ныкаемся, блин, быстрее, там кто-то идет. Вот, смотрите, здесь еще какая-то... Не, подождите, это человек или кто? Ну, я не знаю, там какая-то, ну, типа, зеленая фигура была. Короче, ну, это, то есть, ну, это этот Леха, он же в красном должен быть. Да, это, ну, там, какой-то, я не знаю, типа, мужик, мне показалось, какой-то большой достаточно. И что мы делаем дальше? Да, пошли сюда. Ну, так, не, в смысле, серьезно, мы что, может, проследим за ним, типа, когда нас приведет сейчас куда-нибудь? Ты уверен, что это хорошая идея? А что, ну в смысле, ну либо надо сваливать отсюда. Заброшены мы в CP-лагере. Ага. Люди здесь просто так не бывают. Да, так я предлагаю заныкаться и посмотреть со стороны. Если, ну, что-то будет происходить или нет. Вот, кстати, еще один корпус заброшен. Это, ну это же корпус. О, смотри, там, охренеть, там какое-то вообще люто старое здание. Блин, реально, блин, кто-то вон сейчас ходит в кустах, блин, я отвечаю просто. Слышишь звук? Там реально он палкой бьет. Вон, ноги. Я его снял.
Да, это какой-то мужик вообще, ну какой-то человек явно. Где Виталь? Я не знаю, где Виталь. Виталь! Виталь! Офигеть, в смысле, где Виталь? Ты вообще видел, куда он пошел? Да нет, я не видел, я не знаю, мы сюда все в одну сторону пошли. Ну, здесь можно не попасть. Виталь! В смысле, куда он ушел, блин, один? Блин, какая-то жесть. Он там ушел. Видимо... Блин, Вер, подожди, ты слышишь опять эту музыку, блин, долбанную? Я не знаю, что делать. В смысле, как нам сейчас просто идти, там этот мужик ходит? Мы не пойдем туда, мы не пойдем к началу. Нам надо искать Виталю. Ты как, блин, куда он делся? Виталий, давай позвоним ему, стой. Ты можешь ему набрать? Блин, Саша, меня не ловит телефон. В смысле не ловит? На камеру держи. Это у меня другой этот самый оператор. Блин, ребят, реально не ловит телефон. Я, вон, нет, ты вообще не подключена к мобильному, типа. Что за, блин, бред? Подожди, подожди, ну надо поискать. Смотри, Вер, там какой-то детский сапог, вон, видишь, вон да, там. Да, я вижу. Пойдем посмотрим. Виталь. Просто смотри, если бы он пошел внутрь, здесь, понимаешь, этот порог, он просто разваливается. Он бы если туда наступил, мы бы услышали. Все стекла выбиты просто. Нет, вот, зацени просто, реально. Ты видишь, это, блин, детский сапог, ты понимаешь? Это, блин, ребенка здесь, походу, замочили вообще. Саша, ты понимаешь? Не говори это, пожалуйста, при мне. Давай свои мысли держать. А что это еще? Просто так сапог, блин, вот так вот стоит на пеньке, блин. Конечно, блин, Вер. В смысле, не бывает просто так ничего. Виталь. Здесь какие-то... Дай слушай, может, он пошел в те корпуса? Пиздец, ты смотри, здесь подвал. Где? Вон. Видишь, там ход какой-то вниз. Пойдем в те корпуса, мне кажется, он там где-то должен быть. Блин, я думаю, а если он вон туда зашел? В смысле, ты один пошел в дом стрёмный, да? Ну он же фотографирует, ходит. Слушай, ну он бы нас услышал, правильно? Мы же кричим сейчас, блин, Виталий, Виталий, он бы нас точно услышал. Ты не можешь орать, потому что тут ходит какой-то непонятный чел. Ну, блин, все равно, если бы он был рядом, он бы нас услышал. Нам идти в те корпуса просто, и все. А пойдем в главные корпуса, и все. Ну потому что, ну что, в смысле, мы отсюда... Мы здесь орем, Вер, он бы нас услышал, если бы он был здесь. Понимаешь, его нету рядом. Мы должны идти отсюда, втроем. Да, поэтому я и предлагаю идти его искать, ты понимаешь? А ты, блин, споришь. Я говорю, что его здесь не может быть, он бы нас услышал. Просто мы все шли в том направлении. Как человек в здравом смысле пойдет в обратное направление, когда там лазит какой-то чел другой? Я не знаю, может, он типа хотел сфоткать его, короче. Ну, у него же камера, вот это супер зум, типа там, он приближает. Он может как-то за деревом там сныкался, пытался его снять. Виталь! О, вон он, вон он! Виталь! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда быстрее! Мужик ушел! Чего? Подожди!